сейчас у нас эксклюзивное интервью с линейным игроком французской сборной Сендрик Сарендо. Какое мнение бытует о сборной России во французском гандбольном мире? Эта команда построена на опыте прошлых лет, которая играет много хороших, сильных игроков. Игроки этой команды очень сыграны друг с другом, так как почти все играют в одном клубе. И это очень сильно упрощает работу тренера, так как позволяет работать с командой на протяжении всего сезона. Думаю, в будущем эта команда с небольшими изменениями выйдет на новый уровень. Ты играешь в клубе «Барселона» вместе с Костей Игрополо. Можешь сказать пару слов о нем как о человеке и о ваших взаимоотношениях? Мне очень повезло, что я иностранец, в новой стране встретил близкого по духу человека, о котором оказался он. Я мог наблюдать хороший пример как для работы, так и для жизни в этом городе и в этом клубе. Сложные моменты я видел, как поступал он, что помогало мне улучшить свою работу и как в клубе, так и в клубе. Я верю, что наши мечты как игроков будут. Спасибо большое за интервью и пожелаю вам удачи в завтрашней игре с Венгрией. Не обо всем, спасибо. Я надеюсь, что все будет хорошо.